Она движется, оно живое. И начинаем. Удачи, чат. Смотрите, видите эти ботинки? С первого зомбя синие ботинки, на них будет скорость бега. Фак, ну ладно. Шанс был. Кстати, нам не дали фильтр поменять, надо это сейчас сделать. Ошибка! Фак! Так и знал, так и знал! Просто то, что ГГГ делают на своем сайте, никогда нельзя пробовать сначала. Вообще никогда. Надо подождать месяц, прежде чем это пофиксят. Ничего себе, охренеть! Пилок стал толще. Он, кстати, больнее бьет намного. Я на чили, как обычно, подошел такой, типа, стою там, не трачу банки. Ну, короче, мы будем аккуратненько идти, понятно? Что-то здесь не очень место, прятаться даже негде. Под панчей. О! Офигеть! Что там прилетело? Но для этого она должна упасть. Потому что... Это сейчас единственный способ ее получить. Что... Не смейте делать клип. Просто этого не было. Ладно, пофиг, короче, это будет ужасно, но пофиг. А, как там поется? And the righteous return to ash to ash. And the righteous return to ash to ash. And the righteous return to ash to ash. And the righteous return to ash. Here they come. Он внутри лежит. Ждите. Они что, прикалываются, что ли? Блин, я спавнил этого сраного босса час. Врубаем просто самого мощного. Нажимаем крейт. Отходим. Засекаем. Сори. Хорошо подложу. О-о-о-о. Я чуть-чуть не выпрыгнул. The next day. На Reddit выложили попытку убийства Вейкинера суммонером. Да, я смотрел и... О! Черт, я чуть-чуть опять не выбежал. Блин. Тебе падает X. В обычной лиге ты такой, о, плюс 100 рублей, ладно, шучу, плюс там 150 хаосов. И снижает ваш уровень на единицу. Хорошая штука, полезная. Всем рекомендую. Блин, ее выложить нельзя. А, ее выложить нельзя! Я не хочу пони... Эми Франц, спасибо за прайм. Я просто показал. Я знаю, что вы там делаете, каких вы там шейперов фармите, все вот эти вот ваши экзы, это ваша мышиная возня. Я уже намного выше этого, чат. Я как будто древний старец, иду по ХКССФу, по этой дорожке. Я вижу все, что происходит. Как говорится, ребят... Черт. Ребятки на наивысшем приоритете.
После 12 часов стрима заговариваться простительно, окей? Но те, кто не думают на ХК, довольно быстро перестают играть на ХК. Ну или играют с монерами. Hero Бог Атлас ССФ. Сам Hero. Великий повелитель 90 левела. Ну все, ща прокнет 6-линк. 7-линк прокнет. Это он. Порадовал нас своим присутствием. Спустился с небес. Я встану по правую руку от Бога. И получу частичку его божественной подкрутки. Во! Работает. Срочно линкуйте, пока он раздает удачу. Долго живет. Боты. Ё-моё. Забыл про эту хрень. Я так вижу, он добрый сегодня. Возможно, он нам еще прок организует. Стану по левую руку от Бога. И впитаю еще больше удачи. В виде невероятной регалии. Ё-моё! Охренеть! Это, сука, хочет денег. Честорт. Ой, все. Сейчас мы получаем хаос рез, КПшку, реген, минус мана кост. Как говорится, прове ряйте. Ни хрена себе, что? Я ж пошутил. Как относишься к русским песням? Странный вопрос. Если песня годная, нормас. Если песня не очень, не нормас. Независимо от того, на каком языке. Если песня начинается с «Ведьмаку заплатите», то, конечно, нормас. А если она начинается с «Эта сука хочет денег», то что тут сказать? Есть такой, такой. По-моему, это все. Только два. Да, это все либо этот, либо этот. Лол! Посмотрите на него! Присмотритесь! Покрафтили! Вот это омега лул! Он у меня просто готовый валялся в сумке. Там еще и Т1 хп. Т2. Ох, это был сложный крафт. Фуф. Самый быстрый крафт на диком реклосте получается. Просто богомол это вбегание в мину. Не, ну один богомол нормально, но когда с Мойнс просто огромная пачка. Да лол. Ну какого? Как я на это попался снова? Такой вопрос, как ты относишься к тому, что ты относишься к этому в целом? Я отношусь к этому в целом так же, как отношусь, если бы относился в целом к тому, что мое отношение не меняется в зависимости от того, как я отношусь к своему отношению. Так нормально? Чат, сейчас предназначение этого шестилинка наконец-то исполнится. Лицезрейте 49 доп. Урона в табуле. Так, подождите, это не в этой, это во второй должно быть. Вот здесь. Плюс 2 duration камням.
О, 4 линк. Зато в ней хп появилось. Я считаю, это успех. И сейчас я сделал оккультиста позавчера. Но я не хочу размусоливать, потому что что-то персы, если их долго сюсюкать, они не доживают. Поэтому я хочу пойти на нем пораньше, на третий день сегодня. Такой план. Шанс 10% с первого. Довольно неплохие шансы, да? Жалко, что здесь нету... Вы знаете кого? Придется без Киру это делать. О, надо делать, пока чел рипнулся. Так, 21. 23 качества. Немножко удачи со всех. 21 качество, в смысле? Мы попробуем сделать 6 линк в этой грудине, если не прокнет, идем с этой 5 линк. Прежде чем мы заходим, небольшой дисклеймер. Перс не готов, сразу говорю. У него здесь очень много всего недопрокнуло. Но я планировал сегодня. Поэтому мы сегодня потравим его в любом случае. Так что это будет очень потный килл. Или рип. Надеюсь, что килл. Это тебе за Керака, сволочь.